А у меня сегодня будет запеченная скумбрия. Здесь я порезал полукольцами лук. Я его немножко вот так, ну, как бы разомну, да, перышки, чтобы пушистый он был. Добавлю морковь. Морковь у меня замороженная, вот такими длинными. Скажем так, не знаю, палочками, брусочками. Как это сказать? Посолю. Немного поперчу. И выкладываю рыбку. У меня скумбрия. Я чуть-чуть посолю. Просто чисто символически. Потому что не я одна буду это есть. Также немного поперчу. Чуть-чуть. Кому нужно, доперчит. Лавровый лист кладу. Немного наливаю воды. Покрываю фольгой. И убираю в разогретую духовку. Духовка у меня разогрета на 200 градусов. Ну, где-то в районе часа. Я буду смотреть. Духовка у меня, она то у меня запекает, то она у меня не печет. Поэтому очень сложно в моей духовке ориентироваться. Но вообще, вот как я к ней немножко присноровилась, где-то час она у меня такие вещи запекает. Все. Встретимся позже. Ну, вот такая рыбка у меня получилась. Всем добра!